Марк, сколько лет тебе? 52. Ты здоров? Ты счастлив? А твой отец жив? Ты мой отец. Расскажи мне о себе. Я твой сын. Ты мой отец. Заболевание вашего отца только сначала проявляет себя как Паркинсон. Это один из видов деменции. Твой папа музыкант от Бога. До 40 лет с ним. Он играет Моцарт, и я стираю его трусы. Я взрослый человек, у меня есть своя жизнь. Какая у тебя жизнь? Тебя что, ждет жена? Дети плачут. Сделай что-нибудь, чтобы я не умер. Я сделаю все, что могу. Ты ничего не можешь. Ничего ты не можешь сделать. Ну, конечно. Это я виноват, что ты пустой, никчемный лузер. Мне всю жизнь казалось, что в один прекрасный день все вдруг возьмет и навалится. Всю жизнь ты мне врал. Всю жизнь ты оскорблял меня, унижал. Ты хотел меня убить. Я плохой отец. С тобой было так радостно, так хорошо. Но так редко, так мало.